Еще недавно Сочи был в середине этого рейтинга, но после открытия в мае этого года многофункционального центра в Адлере сегодня уже уверенно занимает лидирующие позиции в регионе по качеству оказания муниципальных услуг. Задача – это создание или строительство и создание многофункциональных центров. Она в полном объеме выполнена. В каждом районном центре у нас существует МФЦ. Это МФЦ считается у нас одним из лучших в России. И в этом году мы Адлерский новый центр будем отправлять на соискание первого места в России. МФЦ значительно упростили сочинцам процесс получения федеральных, региональных и муниципальных услуг. Ведь все необходимые документы теперь можно подать в одном месте, не бегая по ведомствам. Как результат, регулярно в центры во всех районах города обращаются сотни человек. Более того, МФЦ, напомнил Анатолий Пахомов, позволяют исключить прямое взаимодействие чиновника и заявителя. Таким образом, многофункциональные центры становятся одним из эффективных инструментов борьбы с коррупцией. Глава города поставил задачу более тщательно следить за качеством исполнения, в первую очередь, муниципальных услуг. Ведь по-прежнему главной проблемой остается вопрос нарушения сроков их исполнения. В лидерах по числу просрочек департамент архитектуры и градостроительства. Анатолий Пахомов поручил разобраться в ситуации и потребовал свести просрочки к нулю.